Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и на продаже появились две крутых тачки, а именно Progetto 46 и Emile 1951. Обе этих машины лежат в комплекте, поштучно взять вы их не можете, да и плюс к тому, еще одна не очень хорошая новость, вы данные машины можете купить себе исключительно за реальные деньги. За 40 баксов в моем случае ваш ценник может отличаться в зависимости от того, через какую платформу вы смотрите на магазин. Что касается самого набора, набор довольно-таки неплохой, целых 7800 киткоинов, открытое все оборудование, аватар в учет я не беру, ну просто потому что не считаю его ценностью, есть по целых 20 сертификатов X5, и на данных тачках вы действительно сможете качественно их реализовать. Есть 3 мистических контейнера и легендарный внешний вид для каждой из этих машин. На прогу 46-ю на любителя мне лично не нравится, больше нравится тот камо, который у меня установлен, хотя сам камуфляж на Progetto 46-ю у меня в коллекции есть. Ну вот не нравится он мне, да и продать в то же время немножко жаба давит. Что касается внешнего вида викинг на нашего Эмиля, то здесь немножко поинтереснее, но опять-таки на любителя. Но в любом случае художники старались, и им стоит это отметить. Что касается 40 баксов и насколько я считаю этот ценник приемлемым. Давайте обратимся к магазину в отношении того, сколько стоит в принципе золото. Если вы посчитаете, допустим, там по стандарту 500 золота за 1 доллар, то в таком случае этот набор вы можете оценивать в 20 тысяч голды. Я бы сказал, что 20 тысяч золота это в притирку максимальный ценник для всего, что сюда положили. Если вы будете считать не по 500 голды за 1 доллар, а допустим по 1 баксу за 1 тысячу, то вы получите ценник в целых 40 тысяч голды, но опять-таки 40 тысяч голды вы сможете собрать только если будете брать вот такие штучные предложения, которые появляются крайне редко, там где приравнивается 1 тысяча золота к 1 доллару. Ну и соответственно среднее получается 750 золота вы сможете покупать из каких-то акционных предложений за 1 бакс. Таким образом за те же 40 долларов вы смогли бы себе купить не этот набор, а 30 тысяч. Все-таки, ребят, я думаю, что мерить нужно по нижнему уровню, и нижней границей, как я говорил, является 20 тысяч золота, которое вы сможете приобрести себе за 40 баксов. Ну и здесь уже подумайте, 20 тысяч золота вы отдали бы за вот этот набор или нет. Что касается самих машин, сейчас перейду на Wargaming Game Center и сделаем с вами пробную катку на проге 46, ну а потом на Эмиле 1951. Скорее всего, Эмильчика мы выкатим в отдельном видео. Ну что, переходим ко мне на Wargaming Game Center. Ну что ж, друзья, продолжаем разговор уже на Wargaming Game Center. Крайне быстро затронем вопросы по орудию, ну и дальше отправляемся сразу в бой. Здесь у нас 2000 единиц ДПМа, крайне приятное комфортное орудие с системой дозарядки. На 3 снаряда рассчитан магазин, и за каждый выстрел вы накидываете по 240. Очень комфортное время сведения, разброс и довольно-таки точная пушка. 2,5 секунды между снарядами в самом магазине, это действительно очень комфортно и очень удобно. Стоит отметить, что данная тачка, она не заставляет вас думать по поводу того, есть ли вам чем стрелять. Если брать, допустим, к примеру, обычный цикличный барабан той же самой Шкоды 27, то там немножко сложнее. Там у вас постоянно стоит вопрос ребром. Сейчас мне лучше разрядиться, сейчас мне лучше уйти на полную перезарядку, даже если вы еще не отбросили последний снаряд. Ну, короче говоря, вы постоянно должны думать по поводу того, что вам делать со своим орудием. На Progetto 46 этого абсолютно нет. Вы просто играете, вы просто стреляете, вы просто в нужный момент откатываетесь для того, чтобы дозарядиться, и можете находиться на дозарядке сколько угодно. То есть, если на другой машине вы откатились, перезарядились, и вы вроде бы готовы стрелять, но вы еще не готовы выезжать, то вы продолжаете впустую тратить время, находясь где-то за укрытием, поджидая какого-нибудь подходящего момента для атаки. На Progetto 46, если вдруг вы разрядили свой барабан, то откатившись назад и дозарядив один снаряд, вы уже готовы сделать что-то полезное, сделать точный выстрел. Ну а если вы еще не готовы выезжать на своих соперников, боясь, что они могут вам в нос дать, ну, соответственно, находитесь дальше за укрытием, но все время, пока вы находитесь за укрытием, вы продолжаете наращивать свою мощь. Это действительно очень приятно и очень комфортно. Что касается точности по орудию. Орудие очень точное. Сейчас я сделал один выстрел, решил не реализовывать барабан, и играю я на цикличном орудии, или на циклич, точнее, на цикличном барабане, наверное, даже. Так будет более точно. Я бы сейчас находился в раздумьях, что мне делать. Мне необходимо
откатиться и перезаряжать полностью все три снаряда, или мне необходимо выкатываться и реализовывать оставшиеся два. Я же откатился, дозарядился, сделал еще два выстрела, таким образом я добрал соперника, у меня оставался еще один снаряд, и откатившись назад, я опять вернулся к исходному своему положению в отношении количества снарядов в магазине. Очень удобно играть с системой дозарядки. Именно поэтому я довольно часто рекомендую, когда у меня спрашивают, и в своих видео говорю о том, что если вы хотите прокачать что-нибудь интересное, удобное, комфортное и в то же время обучающее вас игре, обязательно качайте ветку крана, потому что этот тяжелый танк обладает таким же по системе работы магазином, системой дозарядки, и это действительно очень-очень комфортное и веселое орудие. Гораздо лучше, чем обычные цикличные барабаны, с которыми, как я уже говорил, вам приходится постоянно вращать мозгами для того, чтобы принять правильное и зачастую крайне взвешенное решение, что необходимо делать с барабаном, если вдруг вы разрядили его не до полной. Так, отваливаем. Отваливаем, отваливаем, отваливаем. У нас есть уже дозаряженный снаряд. Как вы видите, мы не находимся на перезарядке долгое время. То есть нам нет необходимости ожидать какого-то чуда. Ну, сейчас нас вот это чудо, скорее всего, отправит в ангар. Ну, а если повезет, то мы еще и выжить сможем. И сделаем еще чего-нибудь полезного. Давай, показывайся. Нет, я тоже не хочу на тебя вылазить. Ну, просто потому что понимаю, что для меня каждый выстрел сейчас может быть последним. Здравствуй. Да ладно тебе. Боже мой, какой кошмар, ребят. Только что крайне глупо снаряд пролетел выше сушки. А по большому счету у меня сейчас были шансы все, если бы игра не подкрутила, забрать как сушку, так и этого ИСа. Ну, ладно. Как сыгралось, так сыгралось. Досмотрим сейчас бой, возьмем машину и заедем еще в одну каточку. Так, по результатам боя мы получаем победу, 2000 нанесенного урона, знак классности 3 степени. Что касается заработка, то с учетом того, что у меня есть прем-аккаунт и были включены бустеры, 95 тысяч серебром. Если хотите посмотреть, что вы будете получать в случае, если вдруг будете играть без према и без включенных бустеров, то можете поставить на паузу и посмотреть. Бустеры кредитов затянули у меня 36 косарей, а без прем-аккаунта с учетом бустеров и особых достижений было бы 71 тысяча. В общем, если прям совсем хотите вдаваться в подробности, поставьте на паузу, возьмите в руки калькулятор и посчитайте, насколько эта машина доходная. В целом, ребят, доходная. Вы на ней будете постоянно серебро вывозить, это однозначно. Что касается результативности по команде, то я, честно говоря, был в шоке от того, что только что произошло. Действительно, была крайне глупая ситуация. Не знаю, это была подкрутка или мне необходимо немножко было подождать, но ждать было, ну, не с руки. Я просто понимал, что в любой момент прозвучит выстрел, и, соответственно, я отправлюсь в ангар, поэтому решил выстрелить первым. И, к сожалению, снаряд прошел выше цели, а так можно было бы сделать еще как минимум два фрага и, в принципе, быть, наверное, даже на первом месте в команде по результативности. Ну ладно, после драки кулаками не машут, а из своих видео я никогда ничего не вырезаю. Если вы за честные обзоры, которые делаются без вырезок, без склеек, без какого-нибудь заливания в уши и пропаганды необходимости приобрести себе что-либо, показывая самые крутые, красивые катки, то обязательно подписывайтесь на канал. Я буду вам безумно благодарен. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Ну что, меньше слов, больше дела. Поехали, попытаемся машину реализовать. Ну а что с этого получится, как обычно, посмотрим по результатам самого боя. Так, вот наш собрат Проджета 46. Давай будем обмениваться. Сейчас попробую гуслянуть его. Ну, а чего ж ты стоишь-то? Ну какой ты классный все-таки. Спасибо тебе большое. Я, честно говоря, думал, что ты сделаешь немножко большего чего-то.
Ай-яй-яй-яй-яй. Так, не очень вкусно пахнет, потому что против нас два тяжа, и при этом всем, блин, против нас три тяжа, и плюс еще ПТшки там подтягиваются потихоньку. И главное, свалить я отсюда, ребят, не могу. Ну, просто не могу, потому что не могу, потому что взяли в окружение. Спрятался я за домиком четенько, рассчитывал на то, что... Союзник меня поддержит, но, к сожалению, как есть, так есть. Один в поле не воин, против такого количества соперников далеко не попрешь. Да и убежать, в принципе, некуда было. Ладно, досматриваем бой и все равно возьму еще раз машину и зайду в следующую катку, просто потому что знаю, что Проджета может гораздо больше. Бой закончился победой, я не могу сказать, что мы сделали прям что-то существенное, поэтому даже не буду смотреть на результаты данного боя, просто берем тачку и едем еще раз. Очень сильно не фартануло сейчас, поехал на направление, ожидал, что меня будут поддерживать, в итоге сам поставил себя в такую позицию, из которой не мог никуда уйти. Короче говоря, ничего годного действительно не вышло. Но такие бои тоже бывают, и я их никогда не вырезаю, ну просто потому что я этого не стесняюсь. Я не считаю, что то, что в бою происходит что-то негативное, то этого необходимо бояться, скрывать от кого-то и делать вид, что с тобой такого никогда не происходит. Не знаю, может быть, какие-то супер крутые статисты или киберспортсмены, они действительно не допускают прям вообще никогда никаких ошибок. Я ошибки допускаю. Мне почему-то кажется, что вы их тоже допускаете, а значит, можете с какой-нибудь долей лояльности отнестись к тому, что происходит у меня на обзорах. В любом случае, вырезать я ничего не собираюсь, потому что это противоречит политике моего канала. Политика моего канала — показывать машины с одного дубля такими, какие они есть на самом деле. Ну что... Попытаемся. Попытаемся как-то немножко по-другому реализовать машину. Я так понимаю, что на этом направлении никого нет. Легкий танк на фланге тяжей. Там же находится ПТ-ха. Скорее всего, все уехали. Может быть, кто-то один где-то стоит и контрит тыл, для того, чтобы никто с тыла не заехал. А может быть, и такого не будет. Подтягиваемся ближе. Меня смущает только вопрос, где находится еще одна ПТ-шка. Потому что одна ПТ-ха и вторая уже засветились, а третьей ПТ-хи пока нет. Но пока в меня никто не стреляет, то в принципе и заморачиваться не о чем. Реализовали довольно добротно свой барабан на полную. Смотрим на товарища. Да, я уже успел дозарядиться. Скорее всего, данная AMX и был тем товарищем, который должен был контрить тыл, чтобы мы с тыла не зашли. Но вот мы все-таки подъехали. Тигр играет в ПТ, а значит, ПТ, скорее всего, где-то играет в тигра. Как же меня радует то, что в данной пушке всегда есть чем выстрелить. Это действительно крайне приятно. Так. Подтягиваемся еще немножечко ближе. И еще немножечко ближе. Так, товарищ, не надо разворачиваться, это излишнее. Я могу и в корму тебе позакидывать немножко. Так, точность, не подведи, это не зря тебя хвалил. Хороша чертовка, обожаю прогу 46-ю, я думаю, вы понимаете, за что именно. Потому что машина, ну, прям очень комфортная. Если ты не взорвался туда, куда не нужно было, если ты не попал в какого-то рода окружение, то данная машина может быть реализована тобой на все 200. Вот сейчас у меня в запасе есть 3 снаряда опять. Я могу, по большому счету...
добрать вот этих вот двоих, но, к сожалению, это сделали до меня мои союзники. В любом случае, три фрага, ребят, на нашем счету уже есть. Что касается нашей результативности, по-моему, в данном бою результативность налицо. Машина действительно может дарить массу позитивных эмоций, действительно может дарить великолепные результаты по бою. Если вы будете играть немножечко аккуратнее, чем делаю это я, и будете более сдержанным игроком, то, соответственно, вы будете на ней довольно-таки часто получать массу всего приятного, в том числе и заработки. Да, пускаем 2000, но эти 2000 прога по урону держит практически постоянно. Что касается фарма, то результаты фарма вот все видны, можете сами посчитать. Здесь были отключены бустеры на кредиты, и таким образом получается, что 36700, ну будем говорить 36000, это приблизительный постоянный честный заработок на данной машине, если вы будете играть с успешностью в 2000 нанесенного урона. Что касается того, какой вклад мы сделали в победу, мы пускай не сделали лучшие результаты по количеству забранного хп, но мы добирали соперников, минусовали стволы, и в этом вся прога, она действительно это может, и она действительно этим фундаментально помогает команде достичь необходимого. Ну а что у нас необходимое? Безусловно, победа. Ну а чего она поможет достичь вам лично, так это просто огромной массой позитивных эмоций. Покупать или не покупать, это решать уже вам. Мое дело показать машину без прикрас, такой, какая она есть на самом деле, а прога 46-я до сих пор прекрасная тачка в нашей игре на 8 уровне. На данный момент у меня все, побежал снимать дальше по поводу Эмиля 1951, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.